Здравствуйте, приветствую на нашем канале Космо-8585. Сейчас в Лондонском зоопарке. Тигр. Сейчас мы вернемся вот так. Вот здесь тоже тигры. Сейчас мы вернемся. И через дорогу. Так. Вот там гориллы. И их видит там. Давайте-ка посмотрим гориллу. Ладно, пойдем обратно. Давай, давай, туда.
Так. Здесь что? Люди жили. Мы сейчас будем смотреть на этих животных. Капики, попытамов. Так, карта. Значит, мы где-то... Что-то мы где-то здесь. И живут гипопотамы вот здесь, в Африке. Вот они. Вот здесь есть, а вот здесь какое-то озеро для гипопотамов, чтобы они купались. Мы сейчас туда пойдем. Так, ну вот, прошли. Вот так прошли. А теперь нам нужно вот так. И вот жирафы.
А вообще-то мы проходили. А вот здесь зебра. Вот. И вон там они где-то там. Дальше будем смотреть на окопи. Ой. И вот окопи. Там. Ну, можно и там посмотреть. Там тоже есть в Париже зоопарк. Вот и зебры еще. А здесь носороги. Вот носороги. А здесь жирафы. Наши еще в бразильском зоопарке. Еще вот здесь тигр. Уже так менять текст. Вот это у меня фотографии, название, другое название. Метки.
другие метки. Цвет. Сейчас мы еще фотографию выберем. Все, до свидания.